26 по 28 октября в Башкирском государственном педагогическом университете имени Мифтахиддина Акмуллы прошел форум «Новые горизонты», организованный Российским обществом знания совместно с Министерством просвещения Российской Федерации. На открытии форума участников приветствовали директор регионального филиала Российского общества знания Сергей Ширинкин и директор технопарка универсальных педагогических компетенций Акмулинского университета Айдар Сайгафаров. Проект «Новые горизонты» проходит во всех университетах, которые подчиняются Министерству просвещения. У нас этот форум уже был в апреле, но сейчас более расширенная программа, уже трехдневный именно форум, который проходит у нас. Мы уже принимаем второй раз в этом году форум «Новые горизонты». Первым мероприятием форума стала лекция российского актера театра и кино, кинорежиссера, заслуженного артиста Российской Федерации Дмитрия Дюжева. Он рассказал студентам о различных способах мотивации и призвал ребят верить в себя и не бояться принимать решения. Верьте в лучшее, не успокаивайтесь. Вы одни из самых лучших в мире можете оказаться. Вы себя не знаете. Космос! Будущие учителя посетили мастер-классы и лекции, где получили важные для современного человека навыки. Эксперты в различных областях рассказали студентам о новых возможностях для профессионального развития, финансовой грамотности, критическом мышлении и ментальном здоровье. Финалом форума стал разговор о важном с российским актером кино и телевидения, кинорежиссером, продюсером, заслуженным артистом России Сергеем Жигуновым. Сергей Викторович поговорил с ребятами о своих любимых учителях и роли учителя в становлении молодого человека. Он поделился, что захотел стать актером, увидев в юности на гастролях Николая Караченцева. И эта мечта, сначала казавшаяся несбыточной, исполнилась. Лет через 10 мы уже снимались с Николаем Петровичем в картине «Подземелье ведьм». Петрович стоял рядом, был твоим партнером. И это сейчас рассказываю к тому, что не бывает невозможного. Что-то общее в работе педагога и артиста? Ну, результат. Воспитательный момент. А об этом мало говорят и, наверное, боюсь, что не часто думают мои коллеги в том числе, но мы же несем некую мысль в яркой форме. Эмоционально, если все хорошо получилось, очень быстро доходит до сознания зрителей общая идея. Или какие-то примеры, или там поступки персонажей. Остаются реплики. Они формируют человека потом, влияют на него в текущем моменте. Это ответственно очень. Поэтому ответственно быть педагогом и, ну, артистам в том числе. Екатерина Марина! Вперед!